Где взять новые кадры для нефтяной отрасли и кто их будет готовить? Администрация Ненецкого округа провела встречу с представителями нефтяных компаний. Темой круглого стола стала подготовка квалифицированных и рабочих кадров для топливно-энергетической промышленности. Сегодня в нефтедобывающей отрасли региона работают порядка 7400 человек. По данным Департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса, доля работников из числа жителей Ненецкого округа весьма незначительна. Большая часть трудовых ресурсов прибывает из других субъектов России и стран СНГ. Тем временем на окружном рынке труда сегодня есть желающие работать в нефтяной отрасли. Знаю, что у нас были вопросы, да, то есть участие, то есть и не всегда желанно как-то так люди охотно ездили на вахты, то сейчас, конечно, ситуация изменилась. И уже многие готовы на любые логистические схемы, лишь бы, скажем так, иметь работу. Олег Белак обратился к представителям недропользователей с просьбой размещать вакансии в центре занятости округа, чтобы у жителей была возможность устраиваться на работу. Также на встрече обсудили эффективность деятельности профильных классов «Роснефть», бесплатного обучения безработных, подготовку рабочих специалистов в окружных образовательных учреждениях.